жителей села наступила особая пора. Хлеборубы приступили к уборке нового урожая. Пыль над комбайнами – это значит, что скоро в амбары направятся первые караваны с зерном, и в деревне будет запах свежего каравая. День на полях начинается с 6 утра и работают, пока не стемнеет. Это площади хозяйства Цельна Дрожжановского района. Пока урожайность 52-53 центнера с гектара. Но на этот год это неплохой урожай. И у нас озимый занимает 550 гектаров. В Дрожжановском районе к уборке зерна одновременно приступили несколько крупных хозяйств. Они вывели на поля 60 комбайнов. Обмолот пшеницы 3 500 тонн. Средний урожайность гектара 44 центнера, когда в среднем по Татарстану 31. В данное время 11,8% влажности. Это уже зерно созрело. Ни на минуту, ни на час уже продлевать уборочную страду нельзя. Пшеница на полях уже созрела. Повлияло аномально жаркое начало лета. Поэтому к уборочной страде приступили на неделю раньше. В этом году погода несколько раз заставала аграриев врасплох. Холодный май, засушливый июнь. При этом прогноз на урожай позитивный. В среднем по урожайности я бы не сказал, что очень плохо. В среднем где-то 43 центнера с гектара выходит, но на это повлиял агротехнология, применяемая в хозяйствах. Это и большое количество удобрений, которое было внесено. И это, ну, дает вот свои результаты. Надеемся на хороший урожай и на хорошие цены. В первую очередь аграриям предстоит собрать озимую пшеницу. Важна каждая минута работы на полях, она практически не прекращается. После приступят к сборке озимого рапса и яровых культур. Берем образец зерна щупом, 2 килограмма на анализ. Всю продукцию, которая попадает на склады, проверяют специалисты Центра оценки качества зерна республики. На месте берут небольшое количество и в сейф-пакете отправляют в лабораторию. Здесь зерно исследуют по 6 показателям. Нам организация оставляет заявки. По этой заявке мы выезжаем на это хозяйство, отбираем пробы от партии 2 килограмма. И распечатываем сейф-пакеты и отправляем в Центр оценки качества зерна Республики Татарстан. На сегодня в Татарстане собрали 9 тысяч тонн зерна. По плану Минсельхоза до конца этой недели уборочная кампания развернется во всех районах. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Дрожжановский район.